ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и у меня сейчас выпадает легендарный боец. И погнали! И всем привет, ребята, с вами я, Красивый Ютэ, и сегодня у меня второй ролик по мега-копилке, я еще не заходил. В общем, на этот раз у меня большие ожидания, мы за 2 часа дополнили, у нас там не хватало 3, там, побед 20, и мы заполнили ее за 2 часа. То есть это была копилка более сложнее, чем прошлая, но тем она интереснее. Давайте же посмотрим, что мне выпадет. И... опа, 101 блинк, 508 монет, 201. 20 стардропов, кстати, хочу сказать. Было в прошлый раз 18. Ого. Так. Нет, погодите. Редкий, сверхредкий. 50 блингов, чё как наваливает. Если со сверхредкого мне упало пин, то с этого блинги. Так, эпик. Эпический. Еще пин. Прям наваливает в этот раз. В прошлый раз вообще ничего. В этот раз мы, кстати, откроем 60 стардропов. Не 80, но 60. Кредиты. Прям очень сильно наваливает. Еще эпик. Походу шансы увеличили. Итак, у нас опять редкий. Ну, с редкого нам ничего не удвоители. Ну, прям сыпет. Не только монеты. Так, у нас опять редкий. Еще один редкий. Ну, все, походу, перестало сыпать. Зря накаркал. Сверхредкий. Еще удвоитель редкий. Сверхредкий. Ну да, она опять блинги. Не, сыпет, ребят, в этот раз прям сыпет. В этот много разных наград. И пины. Эпик. Так, это был последний стардроп. И посмотрите, как мы много всего получили. Даже кредиты. Кредиты очень редко падали мне. Еще один давайте стардроп еще откроем. То есть, насыпало прям. Через 3 дня опять. Я не понимаю. Ну, кстати, я после сразу мегакопилки буду записывать ролик с... как я покупаю Brawl Pass, поэтому подписывайтесь на колокольчик, заоценим. В общем, будет интересно. Ну, а мы переходим к следующему аккаунту. Ну вот, ребят, мы уже заходим на этот аккаунт, на второй. И... да, событие мегакопилка закончилось. Разбиваем. Она взрывается. 101 блинк, 508 монет, очки силы. Итак, у нас первый стардроп на этом аккаунте и очки силы. Итак, третий стардроп, и нам отсюда ничего. Ребят, простите, если слышны переходы, просто, ну, сейчас не лучшее время, у меня 11:30, но ролик нужно записывать. Итак, у нас сверхредкий и ничего. Ну, тут эпик. И пин. Ну, конечно, хотелось бы более лучше, я не знаю, что-то. Но тоже уже лучше. Хотя я бы даже, наверное, золото лучше получил. Кредиты. О, мифик! Да уж. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Много всего интересного. О, предыдущее открытие. Вы... хотя ладно. Вы можете найти на моем канале. И также я где-то оставлю подсказочку справа, сверху. То есть, ну... можете в любой момент найти и посмотреть, что мне выпало там. Но в этот раз лучшие награды. Ну, конечно, тут не очень. Мифик. 500 золота. Ну, нормально. Конечно, в этот раз награды на этом аккаунте не очень, ну, а в целом они гораздо лучше, чем были в прошлый раз. Ага. Ну, то есть, тоже не очень. Ну, тут не так интересно. Ну, в общем, переходим к третьему аккаунту. Ну и вот мы уже на него заходим. Очень интересно, что мне выпадет. Надеюсь, тут вообще аккаунт 400 кубков. 500, извиняюсь. Ну, 500-400 не имеет большого значения. То есть новенький, нету многих бойцов, поэтому
Надеюсь, что выпадет что-то годное. Сколько? 200 очков силы. Так, окей. И 50 монет. Так, у нас эпик. Спрей Ева, когда у меня тут Евы нету, интересно. Так, у нас эпик. Ну-ка, 200 монет, ну блин, ну ладно. Редкий, ну редкий нам не особо интересен, редкий нам не особо интересен. Сверхредкий. Ну, можно я хотя бы легендарный приз увижу сегодня? В плане редкостей тут, конечно, очень мало, но в плане дропа тут больше, чем в прошлый раз. Так, редкий, ну редкий нам не особо интересен, сверхредкий, сверхредкий. Эпик. Эпик и... Блин, ну ладно. Походу, сегодня леги не будет, ребята. Очень печально это все. Очень жалко. Так, сверхредкий. У нас... Лего! Мы увидели Лего, ребята! Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и у меня сейчас выпадает легендарный боец. И погнали! Эпик! Мне выпал эпик! Мне выпал персонаж со стардропа. Мой первый персонаж со стардропа, по-моему. Ну, конечно, мифик. Ну, конечно, навалило сейчас прям под конец очень сильно. И Нита. Скин на Ниту. Да неважно. Обалдеть. Ничего себе. Еще давайте пинчик заберем. Ну, навалило так навалило прям. Очень хорошо, мне понравился конец особенно. По наградам тут гораздо лучше, но вот по редкостям, конечно, проблемно. В общем, ребят, всем спасибо за просмотр, спасибо, что вы были. Подписывайтесь на канал, посмотрите вот эти вот два ролика справа и слева. Мне очень приятно, что вы досмотрели. Надеюсь, вам понравился этот ролик. Все, ну а мне уже пора бежать. Всем спасибо. Не знаю, буду сейчас ролик записывать про БП или нет. В общем, всем спасибо, всем удачи и всем пока-пока.